Басня в тему сегодня о торопливых людях. Понедельник стал черным для любителей летней резины. Просто в городе выпал снег. И кто не спешил переобуваться, ехал нормально. А вот кто переобулся, про тех наш мастер иронической поэзии написал свою басню в тему. Вот как непредсказуема природа. Всегда она причудами грешит. А посему капризная погода накажет всех, особо кто спешит. Казалось, март к концу, тепло и сухо, и многие прошли шиномонтаж, но кто-то сверху мне шепнул на ухо: не торопись, к чему ажиотаж? Тебе совсем недолго ждать апреля. Как раз у всех пройдет колесный бум, осталось всего одна неделя. Не переобувайся наобум. Не врал мне голос. Нынче жуть на трассе. Заносит всех, поскольку выпал снег. И тут ОСАГО не обезопасит. У большинства шипов на шинах нет. Сейчас шлифуют все, и сплошь и рядом. Лежат в кювете несколько машин. Глядим на них сочувствующим взглядом, жалея жертв обутых летних шин. Фигня, коль неисправности в коробке. Или еще какая ерунда. А вот когда стоишь в снегу и в пробке, то это просто сущая беда. Одно спасает, что у нас повсюду в колдобинах дороги и пути. А значит, даже гонщик, гадом буду, не сможет ехать больше 30. И если вдруг случится передряга, а лики на панели не спасли, тогда и пригодится та бумага, что на коронавирус запасли. Когда аварий несколько по встречке, а у тебя еще и впереди, скорее доставай запасы гречки. Покуда все разрулит, ешь и жди. Не стоит забывать и про опаску. На трассе ведь народу будет тьма. Придется вынимать из пачки маску, что будет осмотрительно весьма. Когда вернусь, поставлю в свой багажник я две свои спортивные сумы. И будет у меня всегда загашник на случай вот такой вот кутерьмы. Конечно, угадать бывает сложно, менять резину или не менять. А лучше просто ездить осторожно и при любой погоде не гонять. И последние телеканалы нашего холдинга на следующей неделе будут работать. Выпуски наших новостей на 5 и 10 канале выйдут в привычное время. Еще больше информации на Мордовии-24. Этот телеканал доступен в интернете на сайте info.rm.com и в сетях провайдеров кабельного и IP-телевидения. Спрашивайте у них и спрашивайте с них. Ну а мы призываем вас провести эти выходные дома, чтобы сберечь себя и близких. Помните, 10 канал показывает все как есть, ничего не скрывая. Мы выходим на работу, чтобы вы оставались дома. Живите настоящим, смотрите нас, ну и не болейте. Всего доброго.